Всем привет, друзья! С вами Вула на ваших экранах Last Epoch, и это у нас будет гайд для новичков, прям совсем для новичков, которые ничего не разбираются, никакие игры другие не играли и тому подобное. И сразу хочется обратиться к другим гайдоделам. Если вы делаете подобного рода гайды, пожалуйста, пожалуйста, молю вас, не используйте всякую терминологию из других игр. Большинство новичков в душе не ебет, что такое экзархи, экзальты, карапты и так далее и тому подобное. Никто не играл, допустим, до этой игры в Пое, в Диабло, Андецембр, там не знаю, что там еще у нас есть, и Танк Квест и так далее и тому подобные игры. Хакен это не для всех. Более того, многие люди вообще не умеют играть в игры как бы вы это, к этому не относились, как бы... Я уже сам это понял, потому что вот у меня жена, допустим, есть. Она прямой показатель того, насколько люди не умеют играть в игры. Даже будучи уже там в сознательном возрасте, там в 30-40 лет. Я помню, когда мы в Destiny втором учили человека прыгать дважды. Это вообще, то есть, а там человеку 45 лет, типа такой, он, все, я не могу допрыгнуть. А нам просто надо было с одной платформы до другой допрыгнуть. И мы человеку учили, как просто использовать двойной прыжок. Поэтому, ребят, ваша вся терминология, вся эта ваша жесть большинству новичков вообще не нужна. Начнем давайте с создания персонажа. Сразу хочу сказать новичкам, что убрать можно практически любого персонажа. В отличие от других игр, например, Pass of Exile, Last Epoch весьма лояльно относится к билдостроению. То есть вы самолично сможете разобраться во всем. Не обязательно смотреть какие-то гайды для того, чтобы ну, не закосячить вдруг с билдом. Да, скажем так, какой-то очень эффективный билд поможет вам на высоких монолитах, то есть там, которые испорчены на 200 единиц. Но об этом мы потом поговорим. Но факт заключается в том, что играть в игру можно спокойно практически любым персонажем, практически любым билдом. Более того, играя сами, вы будете экспериментальным опытом устанавливать, как влияет какая-то пассивка на вашу способность. Лучше она, хуже она. Чем вы просто будете тыкать по гайдам в рандомные пассивки и при этом не понимая, что они дают. При создании персонажа у вас еще есть несколько дополнительных клавиш, которые влияют на то, где у вас будет создан персонаж. То есть в основном цикле, то есть это будет, можно сказать, последнее обновление. Так как сейчас первое обновление, то разницы между наследием и циклом нету. Но при этом торговать между друг другом вот этими не могут. Более того, у вас еще есть режим именно локальный и онлайн режим. То есть если вы играете без интернета, то эти персонажи, ну, разумеется, вы не сможете играть ни в пати, ни в этом, ни в онлайне. То есть не сможете торговать с другими людьми. И при этом никак конвертнуть персонажа вы не сможете из офлайна в онлайн. Поэтому сразу, если хотите играть с другими людьми, то создавать только в сети. И, ну, я бы советовал всегда создавать на цикле. Но при этом, когда будет каждый новый цикл обновляться, то есть будут выходить новые контентные обновления, то ваши персонажи будут скидываться в наследие, и ими вы сможете играть только там, а в цикле надо будет уже качать нового персонажа. И первое, что вам стоит обязательно сделать, с чем вам стоит разобраться, это, разумеется, лут-фильтр. Потому что, как видите, вот такие вот вещи на карте вас будут преследовать постоянно. Предметов в игре много, падает с мобов всего много. И это еще как бы минимум, я просто тут подсобрал некоторые предметы, чтобы не мешали. И... Предметы будут заслонять вам весь экран, поэтому правильно настроенный лут-фильтр может избавить вас от большинства вот этих предметов. Для того, чтобы настроить тут фильтр, нажимаем Shift-F и переходим на окно этих самых фильтров. Создаем новый фильтр. Пишем название, если вам какое-то нужно, выбираете цвет, там иконку, ну, что вам заблагорассудится. И добавляем правила. Все элементарно просто здесь. Правил имеется всего три по факту. То есть у вас есть возможность показать какой-то предмет. Скрыть какой-то предмет и изменить его цвет. По большей части, вы будете для начала использовать функцию скрыть. То есть, вы понимаете, что вам не нужно изначально показывать допустим, предметы редкости нормальный и магия. То есть вы выбираете условия. То есть, какие предметы скрывать? Редкость. Выбираете нормальный магия. Нажимаете обновить хлоп и все. И вы видите, что у вас уже не показываются предметы, которые синие и белые. Ну вот, белых, допустим, не было, но синие пропали. Это вот на x можно включить обратно, показать все без фильтра. То есть вот у нас какие предметы пропали. Если вам уже не нужны какие-то предметы определенных классов, то вы также можете сделать, к примеру, вы играете, вот как я на маги, вы активируете требования класса. И отключаете дикаря, стража, акалита, убийцу, добавляете правила, и уже скрываются еще какие-то предметы. Ну вот, видите, то есть исчезли. Хотя нет, тут на самом деле все, видимо, на меня как на зло выпали. Допустим, вы видите, что у вас еще предметы, дофига предметов, вам это большинство не надо. И вы понимаете, что вам нужно, чтобы... Вам выпадал только определенный тип предмета, то есть э, вам не нужны, к примеру, одноручное оружие, потому что играете только двуручками, ну, или наоборот, вам нужно одноручное оружие какое-нибудь, но при этом вам не нужны кинжалы, жезлы, скипетры и так далее и тому подобное. И вам не нужны одноручные булавы и нужен только меч, допустим. Вы нажимаете «Подтвердить», «Добавить» и все, теперь у нас еще меньше предметов показывается. Вот таким цветом показываются осколки характеристик так называемых аффиксов, но о них поговорим попозже. Они подбираются все одновременно, как только вы подберете один. И вот, как видите, даже вот третьих банальных правила уже ну, избавили нас от огромного загромождения на экране. Ну и, разумеется, чем больше вы будете всяких правил добавлять, которые вам нужны, тем, соответственно, меньше будут показываться разнообразных предметов на экране. К примеру, вот у меня показываются сейчас в основном только вот в моем фильтре только несколько. Причем правил здесь не так много в моем фильтре на данный момент, всего лишь тут 9 правил. Причем некоторые в большей степени влияют на смену цвета, чтобы у меня подсвечивались именно предметы, которые мне нужны, определенные. Выглядит это примерно вот таким вот образом. То есть эти вот сапоги на самом деле золотого цвета, они должны подсвечиваться как золотые, но при этом, ну вот если я отключу фильтр, они, видите, подсвечиваются как золотые. Но у меня они подсвечиваются как зеленые, потому что я в фильтре у себя таким образом поставил. Потому что это, ну, просто чтобы мне удобнее было определять сапоги, на которых есть характеристика скорости движения. Теперь давайте поговорим о предметах и о их показателях, и что у них, в принципе, имеется. И так как мы недавно говорили о лут-фильтре, то, так как я там сказал о редкости, у предметов есть 7 видов редкости. То есть это белые обычные, синие магические, золотые редкие предметы, фиолетовые. Это почти то же самое, что и золотые предметы, с единственным отличием, что у фиолетовых предметов есть дополнительная усиленная какая-то характеристика. Она на предмете подсвечена фиолетовым. Количество этих фиолетовых характеристик зависит уже от того, как вам повезло выбить ее с противников. Потому что фиолетовые вещи можно получить э, только дропом. Следующие два ранга это уникальные предметы и предметы из набора. В принципе, их всех можно назвать уникальными, то есть они своеобразные характеристики имеют, по-своему влияют на разные способности, по-своему влияют на персонажей и иногда имеет какие-то необычные характеристики, которых нет у обычных предметов желтых, белых, зеленых или фиолетовых. Ой, зеленых. Желтых, белых, синих или фиолетовых. К примеру, вот такие вот подножие сапоги, они будут давать какой-то еще дополнительный перк. К примеру, как за каждую секунду без движения получаю один заряд прочность горы. И у каждого такого какого-то леген... уникального предмета есть какие-то свои фишки. У предметов из набора фишка такая, что они тоже как бы уникальные по-своему, но у них есть набор из трех предметов. И если вы ее соберете, то у вас будут даваться дополнительные характеристики. Также есть еще легендарный класс предметов, это красные предметы, но о них мы поговорим чуть попозже, потому что получение у них специфическое. Так как мы затронули тему предметов, давайте поговорим о их характеристиках, которые на них могут быть, и о том, как они влияют на вашего персонажа. Как вы могли заметить, в зависимости от редкости предмета, на нем есть от 1 до 4 характеристик, так называемых аффиксов. Также у каждого предмета есть еще базовые характеристики, они никаким образом не меняются, они привязаны постоянно к предмету, единственное, что можно в них изменить, это их ну, размер, то есть оно может увеличиться либо в большую сторону, либо в меньшую сторону. Также на предметах могут выпасть еще экспериментальные характеристики, так называемые экспериментальные аффиксы. Они показываются менее ярким фиолетовым свечением, они показываются таким ну, бледно-фиолетовым, если вот вы заметите. Видите вот разницу между обычной характеристикой, которая улучшена именно фиолетовым качеством предметов, и именно самим экспериментальным параметром. Это разные вещи. Так вот, если вы нажмете Alt, на нем будет написано эксперимент... Так вот, если вы нажмете Alt, на нем будет написано Experimental Affix. Такие аффиксы никак не получить в игре, кроме как, ну, выпадения с противника. А точнее, с запечатанного мага. Вот так вот выглядит место, в котором этот как раз таки запечатанный маг и имеется То есть если вы активируете эту ерунду, появится изгнанный маг И после его убийства есть шанс, что с него выпадет Да даже не есть шанс, а вот пожалуйста он и выпал Он в такой вот рамке, просто он у меня не подсвечивается Почти всегда выпадает с экспериментальным аффиксом предмет какой-то И вот он, пожалуйста, такой же экспериментальный аффикс, как и здесь, и как и здесь. Ну а теперь же давайте подробнее разберем, кто эти ваши аффиксы и чем их едят. А, вот вот. Выглядят они во время игры вот таким вот образом. Это вот специальные, они так и подписываются, осколок аффикса. Вы подбираете их, и они скидываются к вам сначала в инвентарь, а потом клавиши «Перенести предметы для ремесла» они складываются вот в эту ячейку. Ну и сюда, и сюда складывается. В общем, нажав «Обзор материалов», вы можете увидеть, что у вас, в принципе, имеется. И для простого понимания, чтобы... Вы, так как, как видите, их очень много всяких аффиксов, они много чего увеличивают, но все запоминать не надо. Есть предельно простое правило. У вас может быть на предмете только 4 таких вот аффикса. То есть это 2 префикса и 2 суффикса. По-другому не может быть. Вы не можете засунуть 4 префикса или 4 суффикса. У вас в любом случае должно быть 2 таких и 2 таких. Чем, собственно, они отличаются? Если вы посмотрите на префиксы, то в большинстве своем увидите увеличение разнообразного урона, либо вот маны, либо ваших основных характеристик, которые вы можете посмотреть на С. То есть это вот стойкость, сила, ловкость, интеллект или гармония. То есть вот такие характеристики увеличиваются с помощью как раз-таки аффиксов, которые находятся в графе префиксы. Конечно, тут тавтологии, конечно, попахивает. Ну ладно, не страшно. Короче, все, что относится к урону, к шансу критическому удару, разнообразными показателями улучшения урона от огня, холода, молнии, тьмы и так далее и тому подобное, это все в основном префиксы. К суффиксам по большей части относятся всякие характеристики, отвечающие за сопротивление. То есть, сопротивление стихиям, рейтинг уклонения, броня, сопротивление холду и так далее и тому подобное. Суффиксов уже, конечно, поменьше, в отличие от э, префиксов, как видите. Но при этом э, это вот э, простое понимание для вас. То есть, когда вы выбиваете какой-то предмет, на предмете у вас первых два будут это как раз таки, если вы нажмете Alt, префиксы, вторых два. Это будут суффиксы. И в большей степени, я вам гарантирую, всегда суффиксы будут на сопротивление стихиям. И когда вам не будет хватать каких-то сопротивлений, вы как раз-таки можете добивать их с помощью добавления в суффиксы на ваших предметах. А сопротивления очень важны в игре. Они понижают урон, входящий по вам. И вам нужно желательно догнать их до капа, то есть до 75%. То есть у меня вот в некоторых, видите, где-то 124, 118, 161, 82. Ну, просто так предметы собирались. Плюс еще на них влияют благословления. Это отдельная тема. И вот, как я и сказал, эти сопротивления желательно держать в районе 75%. Теперь давайте поговорим о пассивках и способностях. На клавишу P английскую вы можете открыть окно своих пассивок, именно своего основного класса, то есть, ну, допустим, как вот я маг, либо специализации, с которой вы связаны. То есть это будет воин-чародей, повелитель руны, колдун у меня, ну и, разумеется, у других классов свои специализации. Примерно на 16 уровне, после какого-то определенного квеста, вам предоставят на выбор одну из специализаций. Я выбрал воина чародея, и, как видите, посреди экрана у нее нету вот этой цепи. Это означает, что вот этот класс я могу выкачивать по полной. То есть я могу брать любые вот эти вот пассивки, которые есть за вот этой вот вертикальной чертой. Но в этих классах я не могу выбрать вот эти вот пассивки. Но при этом я могу выбрать все, что находится слева. И да, получается так, что вы, когда качаете своего персонажа, это не значит, что если вы взяли воина-чародея, ну, образно говоря, то вы должны выкачать все здесь. Нет, в большинстве своем, да. Вы смотрите на это, блин, как много всего написано. Но по факту, здесь урон от огня, здесь урон от огня, здесь урон от молнии, здесь еще какая-то ерунда, которая мне не нужна для моих способностей. То есть вы должны качать пассивки, вы просто смотрите и такие, ага, вот эта ерунда дает урон от холда, а у меня скилл тоже дает урон от холда, значит он будет увеличивать урон. И да, в целом правильно. Когда вы смотрите на свой скилл, у вас внизу написано, то есть я надеюсь, да, я не закрываю, вот, у вас внизу скилла написано, от чего масштабируется урон этого скилла. То есть у меня масштабируется от холода, ближнего боя, радиуса, ловкости и интеллекта. Но тут тоже есть небольшой нюанс. Если нажать Alt, то вы увидите подробную, подробную роспись э, того, как у вас увеличивается урон от э, увеличения, к примеру, вот тут ловкости и интеллекта. Потому что ближний бой, понятно, дает, холод урон дает свой, а вот ловкость и интеллект, к примеру, у меня или у других персонажей, у которых есть, к примеру, сила там или что у нас там еще и стойкость, э, гармония. То есть э, все эти предметы, точнее, все эти характеристики э, могут давать разный буст к урону вашему скилу. Для пояснения. Как видите, я специально снял со своего персонажа все предметы, которые влияли бы на него. Здесь у меня остались одни идолы, которые в целом на урон, ну, особо сильно мне не влияют. Э, при этом у нас... Есть э, скилл, вот этот мой основной, шквал осколков. Он сейчас наносит 1149 урона в секунду. Э, если я попытаюсь его каким-то образом улучшить, одно из вот этих масштабирующих тегов, к примеру, вот у меня есть три колечка. Одно дает плюс 2 интеллекта, второе дает плюс 2 ловкости, а третье дает 43% повышения урона от холода. Вот, вот подумали бы вы, что дает больше? Ну, кто-то, наверное, подумал бы, что 43% урона от холода дает больше. А кто-то сказал, что, ну, ты шмак, тебе, наверное, дает больше интеллект. А оказывается, у скилла работает все немножко по-другому. К примеру, если я поставлю увеличение 2 интеллекта, то урон увеличится, ну, всего лишь не намного. То есть 1168 стал. А если я поставлю 2 ловкости, то урон станет уже 1370. Почему, вы спрашиваете, спросите, так происходит? А происходит это потому, что если мы нажмем Alt, то увидим, что ловкость дает нам не только повышение глобального масштаба увеличения урона, но при этом еще дает плоское увеличение урона. В чем разница теперь плоского урона от увеличения урона? У нас есть ближний бой, холод, урон в ближнем бою, а есть холод наносить ущерб. Как видите, сверху написано, добавляет плюс x ближний бой холод. А есть, добавляет x процент, повышает холод наносить ущерб. И вот тут как раз-таки есть разница. Если я просто поставлю предмет, который будет добавлять мне плюс 2 единицы, ну, как тут вот ловкость на самом деле, она добавляет вот э, на данный момент к этой способности, ловкость мне добавляет как раз-таки 2 единицы ближний бой холод. Если я поставлю... У меня станет здесь 11. Видите, было 9. Стало 11. Вот еще раз. Вот был, получает 9 ближний бой холод. А станет 11. Это по сути одно и то же. Но при этом и скилл у нас стал 1370 урон. Если я поставлю просто процент, вот этот вот 43, который должно быть много, то урон станет всего 1255. Потому что первоначально способность считает именно плоский урон. Не процентный, а плоский. А потом она вот этот весь плоский урон, который без процентов увеличивает на вашу процентную характеристику. А ее уже можно посмотреть в клавише C. Вот, к примеру, увеличение урона от холда. 334% у меня. Ну, это просто еще вот это. Плюс еще от э, пассивок, э, которые у меня идут э, среди разных специализаций. Вот таким вот образом, когда вам не хватает урона, смотрите, чтобы изначально у вас увеличивалось как можно больше плоского, не процентного урона, а только потом уже увеличивался процентный урон. Ну а дальше уже, понятное дело, криты. Шанс крита, шанс увеличения крита, он будет тоже давать много вам буста к урону. Следующее, что стоит отметить, это во время прохождения э, вам не обязательно проходить все квесты абсолютно, потому что у вас изначально, э, когда вы откроете, к примеру, карту слева внизу, вот сейчас я себя уберу, чтобы было гораздо понятнее, э, у вас слева внизу есть награды за очки пассивных навыков и ячейки идолов. Когда вы открываете свой инвентарь, то у вас в начале идолов, ну, удается совсем немножко. И только с помощью квестов вы можете получить дополнительное расширение вот этого вот окошка. Плюс, опять же, дополнительные пассивные навыки, которые вы распределяете здесь. Как понять, какие квесты стоит выполнять, какие не стоит выполнять? Просто нажимаете на квест, и у него внизу здесь есть награда. То есть расширение инвентаря идолов, к примеру, или одно очко пассивных навыков. И когда вы догнали уже все вот эти 15 из 15 очков пассивных навыков и 8 из 8 идолов, то уже нет смысла выполнять побочные квесты. Дальше можете бежать просто по основному сюжету. Ну только если вам, к примеру, очень интересно пойти по обычной квесты, Потому что, к примеру, если вот у меня есть сейчас квест башня лет, я за него могу получить одно очко пассивных навыков и одно расширение инвентаря для идолов. Но я не получу, потому что у меня уже все на максимуме. Теперь немножко о способностях вашего персонажа. Они, в принципе, не то что у всех одинаковые, но подлежат одному и тому же типному улучшению. То есть, когда вы прокачиваете свои пассивные навыки, будь то Войне чародеи либо свои основные характеристики, то вы можете открывать, заполняя вот эту шкалу, открывать новые способности. Соответственно, когда вы открываете эти способности, вы можете ставить их на окно применения. И когда э, вы докачаетесь до определенных уровней, нажимаете клавишу S, ну, это буквально на первых уровнях происходит, то на пятом, по-моему, восьмом, двадцатом, тридцать пятом и пятидесятом уровне вы можете поставить навыки в прокачку. То есть, когда у вас просто стоит навык здесь, и вы его используете, он не качается. Но если вы навык перенесете отсюда, возьмете вот таким вот образом и вставите сюда, в какую-то из этих ячеек, которые у вас открыты, то, зайдя в нее, вы получите ветку развития этого навыка, которая, ну, много на что влияет. Тут я советую просто потренироваться и... Попытаться ну, понять, что вам ближе, как вам лучше, через что играть. Не стоит бояться распределять их, потому что можно нажать клавишу сбросить. Либо вообще забыть специализацию, у вас очистится эта ячейка. Либо удалить какие-то определенные очки, и потом их распределить заново. Ну, я не буду удалять, чтобы не тратить потом время на прокачку. Как видите, максимум есть 20, но у меня, вот, к примеру, у одной из способностей есть 23. Потому что есть. Характеристики на предметах, так называемые вот эти аффиксы, которые увеличивают как раз-таки некоторые способности Добавляют дополнительное количество очков Например, вот есть у меня броня, которая дает плюс 3 к шквалу осколков Либо, к примеру, есть какие-то уникальные предметы, как, например, где-то здесь у меня была какая-то Броня, насколько я помню, или оружие было какое-то А, по-моему, оружие было, был двуручный вот посох Вот, к примеру, который дает и плюс один к волне пламени И плюс три к всплеску, и плюс три к зачарован... зачарованию оружия То есть это все зависит уже от предмета От того, какие на нем есть показатели, то бишь аффиксы И поэтому вы можете немножко превысить вот этот порог в 20 единиц Соответственно, улучшить свой скилл еще больше ну и как видите, если у вас способности закрыты, то это значит, что в какой-то из веток вы просто не вкладывали никакие очки и, соответственно, способности просто не открыли. Далее мы переходим к основной фишке игры, а именно крафт. Открывается он на клавишу F, английскую, и он в игре очень простой и ничего сложного себя не представляет. Просто берете предмет, и вы тут же видите, что вы можете вставить, как видите, два префикса. Они а вот здесь есть, давайте я вот вставлю вот этот вот, допустим, вам будет более подробно. То есть здесь есть два префикса и есть два суффикса, как я и говорил в начале. При этом, чтобы прокачать, к примеру, белое оружие, вы просто выбираете, нажимаете плюсик, Выбираете какой-то вот префикс, который вам нужен Ну, допустим, как я и говорю, холод наносить, ущерб Но, кстати, есть некоторые вот нюанс, меня бесит почему-то Когда вы направляете, скажем так, мышку на какой-то аффикс Он не работает Просто вот надо либо выше немножко направить Видите, он так вот срабатывает, иногда срабатывает Как будто бы какая-то, ну, рассинхрон непонятная Либо просто направить на именно на сам этот на сам значок, тогда он сработает э, моментально. Выбираете, добавляете аффикс и, как вы могли заметить, на улучшение предметов тратится потенциал ковки. Э, когда он станет равен нулю, предмет улучшать больше нельзя будет, даже если у вас есть свободные характеристики, даже если у вас есть свободные слоты. То есть, э, как бы вы ни пытались потенциал ковки отсутствует и прокачать вы его больше не сможете. И, разумеется, как видите, предмет был белый, мы добавили одну характеристику, и он стал уже сразу синим. Чтобы улучшить уже какой-то имеющийся у вас аффикс, просто нажимаете на стрелочку вверх. Слева от него у вас показывается количество вот этих вот э, осколков, аффиксов, которые вы имеете. То есть, соответственно, чем больше у вас есть, тем больше раз вы сможете качнуть. За одну прокачку тратится ну, всего лишь одна штучка. То есть вот 46, видите, стало, но при этом прокачка стала Т2. При этом иногда бывает, что прокает улучшение еще какого-нибудь аффикса, еще какой-нибудь характеристики. Но это уже просто шанс какой-то дополнительный есть на это. Ну а теперь уже давайте перейдем к глифам и к рунам. Давайте начнем с рун, потому что руны вы будете использовать частенько. А именно первая руна ⁇ это руна дробления. То есть эта руна просто уничтожает этот предмет нахрен и дает вам осколки тех характеристик, которые у нее были. Это самая, наверное, часто используемая руна, которая у вас есть. И у торговцев они постоянно есть, поэтому старайтесь покупать. Хотя со временем их вам начнет падать все больше, больше и больше и больше. Тем более, когда начнете чистить монолиты, там тоже будет огромное количество всяких этих осколков. Но не суть. Самое главное, чтобы вы поняли, как это работает. Также есть руна усовершенствования. Эта руна меняет э, все характеристики, э, к примеру, вот на предмете. Как видите, у нас сейчас 6 урон в ближнем бою, 68 множитель или удара и 21 шанс горения при ударе. Если я ее использую, она поменяет мне числовые значения вот этих вот аффиксов. Следующая руна уничтожает какой-то один из... Э, вот этих вот аффиксов, причем это рандом, лютейший рандом, то есть, э, к примеру, когда вы хотите такой, блин, ну пожалуйста, пусть останется множитель критического удара Т6, нахуй, блять, пошел множитель критического удара Т6, то есть и все, у вас предмет сразу перестал быть фиолетовым и стал синим, да, есть такие нюансы, но что поделать, поэтому переходим дальше. Руна открытия заполняет все отсутствующие аффиксы, видите, написано добавить 3 аффикса, а, ну у вас не, не показано, но вот здесь вот написано добавить 3 случайных аффикса ранга 1, то есть она заполняет все пустые аффиксами ранга 1, но абсолютно рандомными, не знаю, есть ли в этом какой-то смысл, когда у вас... Есть шанс, конечно, да, что попадется то, что вам надо, но это очень редко случается. Как видите, вот у меня был пустой урон, урон пустотой в ближнем бою, пробивание холодом, ну, не сказать, что очень полезны для меня афиксы, ну вот, вот так вот падает, и предмет у вас становится уже золотым, потому что он имеет в себя 4 характеристики, то есть 4 афикса. Следующая руна синенькая, руна существа, она меняет базовые характеристики на предмете то есть вот видите сейчас там 53 69 68 процентов если я перекодирую то он станет 53 75 54 если вы нажмете alt на предмете то вы увидите диапазон вот этих характеристик и такой же самый диапазон есть у этих аффиксов причем у каждого разного ранга есть разный диапазон соответственно вы можете крутить 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 сколько угодно но ну, до тех пор пока потенциал ковки у вас опять же имеется и никогда не выбить себе максимальный. Поэтому не стоит особо заморачиваться. Желательно изначально выбить как можно более максимальные, и потом уже вот эти вот более максимальные характеристики пытаться добить префиксами и суффиксами. Далее у нас идет руна возвеличения. Это очень, ну не то, что прям очень редкая руна. Да, они падают редко, но вот ее использование крайне ситуативное, потому что этот предмет может даже, на самом деле я не буду давайте использовать этот, он может даже из белого предмета, то есть вот возьмем жезл, то есть мы купим жезл, и она прям из белого предмета может сразу нам сделать оранжевый, то есть уникальный. Но это такой лютейший рандом, то есть вот сейчас у нас этот жезл 20 уровня. Я использую руну возвеличения, и получаю предмет 50 уровня. Стержень Абака. Я не знаю, как... Да, вы можете сделать только из жезла жезл, из меча меч, из ботинок ботинки. Но при этом уровень и тип предмета, которые вы получите, абсолютно рандомный. То есть мы можем взять еще какой-нибудь купить, допустим, доспех. Доспех, допустим, возьмем какой-нибудь. Он у нас какого уровня? 52-го. То есть я ставлю ее руна возвеличения, и мы получаем 60 уровня солнечную керасу, причем зеленую. То есть это, ну, как я и говорил, по сути тоже уникальный предмет, но это предмет из набора. То есть это предмет, предмет, блин, предмет зеленый. И вот уже такие вот, ребят, уникальные зеленые предметы ковать нельзя. То есть на них нет потенциала ковки, но на них есть, как я и говорил, легендарный потенциал. О нем сейчас чуть попозже. Следующая руна, которая у нас идет, это руна творения. Я не буду ее сейчас использовать, потому что вот они очень редкие. И, к сожалению, на мой класс они мне нужны. Эта руна позволяет делать копию того предмета, который вы сделали. Но при этом она уничтожает полностью потенциал ковки в ноль обоих предметов который вы получите. Поэтому, когда вы это делаете, Прокачивайте предмет на максимум И оставляйте ну, Минимальный потенциал ковки То есть там единичку какую-нибудь Или двойку Чтобы ну, не потерять просто потенциал ковки То есть не копируйте два предмета До того, как вы сделали Из него нужный вам хороший предмет Руна очень редкая Я благодаря этой руне сделал себе был, Два колечка, которые мне в какой-то определенный момент Времени сделали неплохие Статы на крит но вот такая вот ситуация и есть здесь. Руна очень редкая и использовать ситуативно. Хотя по большей части, наверное, она используется либо для колец, либо для каких-то парных мечей. То есть это не всем класса подойдет. Поэтому, может, у кого-то она будет копиться в избытке, если, к примеру, вы играете каким-нибудь ну, двуручным оружием. Понятное дело, вы не будете использовать эти руны. Но они вот такие вот есть. Также есть еще руна исследования. Руна исследования запечатывает экспериментальный аффикс предмета. То есть, если вы помните, у нас были предметы с экспериментальными аффиксами. И если мы воспользуемся этой руной, то она запечатает вот этот вот аффикс, который у нее был экспериментальный, и теперь мы на это место можем еще ну, поставить... Ну, не, не то не то сделал, мне надо префикс. Мы можем поставить еще какой-то, допустим, и того. У нас будет на предмете не 4 аффикса характеристики, а 5 уже. Согласитесь, неплохо. Далее в окне ковки есть у нас еще такая штука, как инглифы. Это, ну, небольшое количество свитков всего, как видите, их 5 штучек, но они дают дополнительные плюшки. Глиф надежды — это глиф, который вы будете использовать постоянно. Этот глиф позволяет вам при улучшении какой-то характеристики не потратить потенциал ковки. Вот, как видите, он сработал, критический успех, и потенциал ковки у нас остался. То есть у нас сработал этот глиф Причем он тратится вне зависимости от того, срабатывает он или нет. То есть, вот их было там 121, и сейчас он потратился, стало 120. Если я сейчас попробую увеличить сопротивление характеристикам. Блин, по-моему, он тоже, да, опять сработал, как назло. Как надо, они не работают. Блин, а как вот показать, вот, не сработал. Но при этом улучшился. Ну, и при этом, как видите, они каждый раз тратятся, вне зависимости от того. Сработала ли у вас защита от понижения потенциала ковки, либо нет Глифхауса меняет тот выбранный аффикс на совершенно роддомный Но при этом улучшает его То есть по факту, если вы какую-то характеристику улучшаете К примеру, с Т1 ну, уровня То у вас есть всего 5 попыток выбить нужное вам сопротивление К примеру, вот у нас есть найти шанс зелья И мы улучшаем и обновляем Получаем Т2 и здесь уже купол полученный от подземелий, ой, от подземелий, купол полученный от зелий Нажимаем еще раз обновить, у нас опять же потенциал тратится, потому что мы используем не глиф надежды Мы уже получили Т3 урона от болми. нам допустим тоже это не нравится И используем еще раз, получаем урон от холода, к примеру, о это нам надо, хорошо, нам повезло, что нам это выпало но при этом у нас закончился потенциал ковки, и ковать мы больше этот предмет не можем. Следующий гриф порядка у нас фиксирует значение вашей характеристики в каком-то определенном промежутке. То есть если вы улучшаете какую-то характеристику, к примеру, вот урон стихиями, то если вы сейчас вот наведетесь, можете заметить, что урон стихиями у нас 70%, и это в диапазоне от 54% до 77%. То есть практически максимально. И это значит, что сколько бы я не улучшал вот эту вот характеристику, то есть вот ДТ-5 я улучшу, у меня все равно будет эта характеристика не рандомно прыгать, а она будет все равно близка к максимальному. В итоге, таким образом, если вы выбили, к примеру, на предмете характеристику, которая равна максимальному диапазону, то с помощью этого глифа вы сможете улучшить предмет, при этом сохраняя постоянно максимальное значение этого аффикса. Причем неважно на каком тире он будет. Следующий глиф это гриф отчаяния, он позволяет вам запечатать какой-то аффикс, то есть какую-то характеристику наподобие того, как мы делали с экспериментальной руной, то есть, которая запечатывала экспериментальный аффикс э, таким вот образом, с помощью вот этого глифа, вы можете запечатать какую-то уже готовую, так сказать, характеристику, но это работает только с характеристиками до Т5 уровня. То есть, э, если у вас уже характеристика Т5, то запечатать вы ее не сможете. Это работает только с Т4 максимум. То есть, вот, к примеру, я сейчас улучшу вот этот вот аффикс до Т. 4, и, блядь, у меня, как назло, закончилась эта ерунда И я больше потенциал ковки не могу использовать Вот, к примеру, у нас аффикс Т4 уровня И я его могу улучшить Но при этом аффикс Т5 я вот, ну, никаким образом не улучшу И не закреплю его При этом это не стопроцентный вариант Он тоже имеет шанс То есть вы можете как запечатать его так и не запечатать и вы можете крутить сколько влезет и до посинения и вот ни один из этих вот не запечатался вот крутишь 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 и даже показать не можешь Вроде ты тратишь глифы они не запечатываются какого-то хрена давай запечатывай не запечатал давай вот этот не запечатал этот не запечатал не запечатал твою мать ну давай! О, наконец-таки, твою мать! То есть, вот сработало. Причем, ну, у неё, на нем написано, конечно, что это зависит от э, того, э, чем ниже ранг запечатанного аффикса, тем выше шанс, разумеется. Но, блин, слишком много бывает, тратишь потенциал уковки ради вот этого. Проще, ну, конечно, сделать это либо с э, экспериментальным аффиксом, но вот пытаться запечатать какой-то Т4. Это прям, ну, геморрой полнейший. Последний глиф проницательности, он, к сожалению, не могу показать, потому что мне за все время не упало ни одного. Он делает из обычного аффикса экспериментальный. Насколько мне память не изменяет, эта ерунда работает только на ботинках, перчатках и ремнях. То есть только там можно получить экспериментальные аффиксы, и только в том случае, если у вас уже есть какой-то экспериментальный аффикс. То есть для того, чтобы получить, как я понял, второй. Но, так как у меня их нету, показать я, к сожалению, их не могу. Следующее, о чем мы поговорим, это о высокоуровневом контенте, то есть о том, чем вы будете заниматься после того, как пройдете, по сути, сюжетку, то бишь 9 актов. Когда вы пройдете сюжетку, дальше вас кинет в стартовую локацию, то есть, то бишь, на главный остров сюда, и вы дальше начнете двигаться по вот этим монолитам. Находятся они в конце времен, как видите, у вас тут весь сюжет, в принципе, завязан на том, что вы прыгаете по разным эпохам временным, и в конце времен у вас есть вот так называемые монолиты. То есть вы будете заходить на, образно говоря, какой-то монолит и э, заходить на карты. По мере того, как вы будете зачищать эти островки на монолите, у вас будет увеличиваться стабильность. И, соответственно, вы здесь видите квестовые задания. Ну, квестовые задания, тавтология получается. Здесь у вас есть квесты этого монолита, которые открываются на определенных уровнях стабильности. Вот они слева. Как только вы открываете какой-то из них, вы можете нажать на него и зайти в отголосок и выполнить это задание. Первые два задания это обычно что-то простое. Побегать там, кого-то найти, кого-то спасти и так далее. Третье задание это всегда босс. Босс такой же самый, как и вы проходили на сюжетке, но только, разумеется, немножко усиленный. То есть таким вот образом вы будете дальше качать своего персонажа и получать за прохождение вот этих вот монолитов э, благословления благословления свои вы можете посмотреть вот здесь э, они выглядят вот таким вот образом э, и вот этот вот э, стрелочка вот этот вот уровень показывает э, то э, насколько, так сказать, максимально вы ну, получили ну, эту, эту характеристику, то есть это благословление. То есть, как видите, у меня здесь 23%, а диапазон от 12 до 25, то есть у меня почти максимальный. Но по факту это не все благословления, потому что когда вы проходите монолит, вам дают на выбор один из трех, то есть вы можете получить одно из трех благословлений на выбор свой. То есть поначалу вы можете взять что-то одно, потом дальше перепроходить этот монолит снова, набирая вот эту полоску и проходя задание. Но чтобы открыть два дополнительных э, благословления, вам нужно этот монолит портить, то есть ну карабтить так называется. Э, то есть вы проходите монолит и при этом пытаетесь наложить на него порчу. Порча накладывается таким образом, когда вы докачиваетесь до какого-то предела в этих ветках. И последнее в этом пределе будет убийство одного из боссов, ну, порчи, назовем так. Вот таким вот образом выглядит этот как раз-таки отголосок этого монолита, в котором вы получите дополнительно ну, как бы разное количество порчи, в зависимости от того, как далеко вы отойдете от э, центра. На самом деле, бывает совершенно рандом. Можно уйти вот сюда далеко, получить плюс четыре, а можно уйти где-нибудь здесь, вот не так далеко, получить плюс десять, плюс двенадцать. Но максимум, сколько я, по-моему, получал, это плюс восемнадцать. Больше я пока не находил отголоски. Но фишка в том, что когда вы его пройдете, то у вас сбросится обратно весь монолит, и вот этот весь путь надо будет идти заново, но только уже другой, потому что это будет совершенно другой монолит. То есть вы убиваете этого Аробиса. Как только вы убирай, убиваете этого самого Аробиса, то есть, ну, получаете какие-то наградки, плюс-минус, но как только вы выйдете из портала, то э, ваш этот весь монолит уже, по сути, обновится. Он станет немножко более порченый, было 26, стало 30, и, как видите, он весь сбросился, и теперь вы должны начинать идти уже в другую сторону какую-то, потому что, ну, в эту я, допустим, не могу пойти, потому что эта ерунда уменьшит мне порчу ну а мне нужно увеличивать поэтому надо вот теперь заново искать и вот таким вот образом вы будете двигаться 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 портить свои монолиты все больше и больше и на 50 уровне порчи вам после того, как вы выполните отголоски заданий, вы, выдастся на выбор четвертое благословление. То есть выбирать будете уже из четырех. А если вы докараптите до 200, насколько мне память не изменяет, то вы можете получить пятое благословление ну, на выбор. Одно из пяти. И монолит, по факту, это, можно сказать, основной хай-энд контент, в котором вы будете улучшать своего персонажа, получать благословления, и, разумеется, чем выше монолит, тем, соответственно, дороже лут там будет падать. Ну и, разумеется, если вы будете его еще порчить, то, соответственно, лута будет еще больше. А следующим хай-энд контентом у нас уже являются... Данжи, Данжи по факту в игре всего три, то есть это ключ от мрачного свода используется, ключ от времен и бастион выжженных душ. Также есть еще арена, у нее тоже есть два ключа. Обычная арена позволяет вам войти на любую арену, а вот уже ключ памяти чемпионов позволит вам войти в бесконечную арену и автоматически пропустить какое-то количество уровней в зависимости от того, докуда вы максимум доходили. На арену мы не пойдем, потому что арена это не интересно интересно. Там просто стоишь и мобу впинаешь, и в конце пинаешь финального босса, если вы играете в обычную арену, а не бесконечную. А вот уже данжики уже поинтереснее, поэтому давайте начнем с мрачного свода. Чтобы найти данж, тут вы кладите ключ в инвентарь чтобы не искать по карте там где там находятся эти данжи просто нажимаете и нажимаете правой клавишей мыши на данжи и вам автоматически кидает туда куда нужно прийти если вы еще в этом данже никогда не были то есть вы первый раз только в него идете то идите разумеется в смежную какую-то территорию и дойдите до этого мрачного свобода там есть все проходы. Заходя в данж, вы вставляете ключ в ячейку и выбираете уровень данжа, который пойдете выполнять. Этот данж отличается тем, что в конце он требует денег. То есть в этот данж стоит идти, при этом запастись ну, каким-то количеством монеток. Поэтому давайте я быстренько возьму 65, чтобы быстренько его пробежать, показать, что из себя представляет. Поэтому, как видите, как только мы входим дальше, у нас над головой появляется такой вот камешек. И при этом слева у нас появилась новая клавиша D, которая отвечает за отправку этого камешка от нас. Еще раз нажать D, этот камень вернется к нам. По сути, этот камешек просто освещает нам территорию. И у него есть количество заряда. Как только нас будут бить, этот заряд будет уменьшаться. Если нас не бьют, заряд не уменьшается. А чтобы его восстановить, в данже есть специальные мобы, которые как раз таки вот, вот они вот так вот выглядят. Это янтарный элементаль. То есть, если вы его убьете, вот давайте получим урон. Видите, 97. 85 у нас стало, это, да. И если мы его убьем, нам восстановится вся вот эта, ну, весь заряд э, этого янтаря. И таким образом мы просто бегаем и ищем проходы в следующую локацию, и все. Мобов здесь даже на самом деле убивать не обязательно, они ничего не дают, ну, кроме, разумеется, лута, с которой выпадает, опыт, если вам нужен. Э, но без этого, ну, камешка как бы бегать, ну, э, Весьма проблемно, то есть немножко темно. То есть вы можете передвигаться по карте, но с камешком, разумеется, приятнее немножко бегать. Поэтому просто бегите и ищите проход в следующую локацию. Вот так вот моргает на карте проход в следующую локацию. Когда вы будете заходить, вам игра скажет, что типа вот мы добавляем вам модификатор, там у противников будет повышенный урон, повышенное здоровье, но с врагов выпадет чуть больше эпических амулетов и так далее и тому подобное. Обычно таких проходов на карте несколько. То есть вы можете, если вам не нравится, допустим, это усиление, вы можете пойти и найти что-нибудь другое. Но я бы на самом деле не стал заморачиваться. Я бы проходил в первое попавшееся и э, искал уже... Ну, Какую-то награду именно в конце Нежели ну, чем вот в этих усилениях Ничего особо интересного здесь нет И таким же самым образом Вы пробегаете вторую локацию Только перед этим здесь надо еще Проход открыть, то есть вы Стоите и ждете пока вот этот Ваш э, э, Янтарь прожжет проход Все, вы прожгли проход и начинаете э, Идти в следующую Локацию и проходите ее так же само до конца, ищите проход и идете к финальному боссу. И вот у нас проход уже к боссу как раз таки. Опять у нас появляется какой-то модификатор, получение урона у врагов, здоровья у врагов. Но у нас врагов там уже больше ну, толком не будет, там будет последний босс. И у него как бы есть две стадии. Как только вы заходите к нему, сейчас вот для начала у нас будет предлокация предбоссовая, тут можно типа поговорить э, с вот этим заблудившимся с приганом, бла-бла-бла-бла-бла-бла, 3 рубля, но оно нафиг не надо, поэтому заходим просто в локацию, вас предупреждают, вы точно хотите пойти, да, если вы играете в пати, вам все, вы все должны как бы... Нажать продолжить здесь И идете сразу либо направо, либо налево Уничтожаете вот эту штуку И отправляете сюда Осколочек с помощью клавиши D и ждете пока, если вы направите на вот эту ерунду, вот эта вот штука заполнится. Да, и ждет, главное только еще не сдохнуть в этот момент. Все, оно сгорело, забираете эту штуку и идете на другую сторону. Там, опять же, таким же самым образом убиваете стену корней, отправляете в эту штуку. И начинаете просто бегать, уворачиваться от всех катак, которые они предлагают. И как только она Как только она закончит, тут буквально немножко осталось. То есть э, босс упадет. Забираете эту ерунду. Босс сейчас упадет, голова его, на землю. И заходите в его челюсть. Идете прямо к его сердцу. И делаете то же самое теперь только с сердцем. Убиваете сердце каменного этого титана, и готово. Э -э Все, босс пройден. Получаете какой-то лут мелочный, но он вам не нужен. Самое главное, что вам нужно, это находится дальше. Вы заходите в следующую локацию. И вот перед этой дверью вам открывается, ну, так сказать, хранилище, и вам дается на выбор трата денег. То есть добавляется, вы можете добавлять какие-то сундуки, либо отклонять, если вам что-то не надо. К примеру, вот добавлять сундук, из которого выпадает редкий предмет, эпический и уникальный предмет и предмет из набора. Добавляем сундук. Добавляет идола в каждый сундук. Берем. Добавляет множество глифов. Пускай. Берем. Руны. Пускай. Идола в каждый сундук. Берем. Добавляет уникальный предмет в каждый сундук, ну, допустим, не надо, к примеру, нам. Добавляет глиф хаоса во все сундуки. Берем. Добавляет сундук, из которого выдает много осколков афиксов. Ну, пускай, берем сундук. Добавляет ключ мра мрачного свода в случайный сундук. Ну, пускай, что так сказать, от объем ключик, в которые зашли. И все деньги, которые у вас есть. Ну, по факту не то, что прям тратится на это, но можно потратить. Если у вас денег в избытке, то можете. Побегать и здесь все повыбивать. Но опять же, деньги надо фармить. Поэтому деньги вы фармите либо путем продажи их на аукционе, о котором чуть-чуть попозже, либо вы фармите, ну, просто зачищая локации. Вот и все. В общем, ну, не буду больше брать. Ничего интересного тут, наверное, нету. Много денег, короче, я тоже не буду. Просто входим в хранилище. И получаем наш лут, который мы себе на... на покупали. Второй данж, который есть в этой игре, это бастион выжженных душ. И в этом данже уже стоит побегать и поубивать противников, потому что этот данж весьма, так сказать, рандомные на награды. То есть, если в предыдущем у нас награды зависели от того, сколько денег мы вложим, то здесь награды целиком и полностью зависят от того, как много мы наубиваем здесь мобов. Потому что за каждое убийство мобов, вы видите, у нас накапливается количество тлеющего янтаря. То есть э, весь этот леющий янтарь мы потом э, после окончания прохождения сможем потратить на получение лута. Поэтому делаем в принципе то же самое, что и в предыдущей локации. Э, э, ищем выход, но при этом стараемся зачистить как можно больше противников. Потому что чем больше мы их зачистим, тем больше, соответственно, мы получим лута в конце. И теперь уже тут э, своя механика. Если вы помните, там на клавишу D у нас э, давался ну, специальный такой янтарь, который э, позволял нам... Чуть не сдох. Э, который нам э, позволял э, видеть то, что находится вокруг. Здесь уже все и так прекрасно видно. Но при этом у нас э, на клавишу D меняется иммунитетная сфера. То есть здесь у противников два типа урона. Это огненный и некротический. То есть плюс на карте есть вот такие вот зоны с огнем. То есть если вы ступите на нее без огненного щита, то будете получать дамаг. Ну и, разумеется, если по вам противники бьют зеленый дресней, то переключайтесь на зеленый щит. Если по вам противники бьют красный дресней, то переключайтесь на красный щит. И урон по вам проходить не будет. В общем, все предельно просто. Идем к концу локации. Находим, получается, первый проход. Получаем тоже какой-то дополнительный дебаф. Ну и типа награды в конце какие-то будут тоже интересные. И таким же самым способом ищем уже второй выход, который нас приведет к боссу. Вот, находим очередной проход уже к боссу и переходим к нему. У босса уже два типа атак этих обе есть, и некротическая, и огненная, и поэтому во время сражения с боссом нам надо как бы менять щит на нужный, в зависимости от того, каким типом урона босс начинает по нам щерачить Но если у вас как бы хватает огромное количество урона, то ну, боссы там низких уровней будут убиваться ну, вообще элементарно. Поэтому никаких проблем особо в этом нету. Убивайте босса и э, выходите к вендору которого вы сможете потратить, соответственно, на вот этот леющий янтарь на награды. Э, по своим ощущениям я понял, что нет смысла собирать, ну, больше тысячи, потому что э, наград у него немного, то есть, как видите, а нужных вам и того меньше. То есть, ну, понятное дело, я не буду брать себе двухручную булаву, лук какой-нибудь э, или колчан, когда у меня персонаж не под это заточен. То есть, среди всего того, что здесь есть, по сути, мне нужно только, к примеру, вот одноручный топор. И мы ждем, когда нам рандомно выпадет. Но у него частенько падают эпические предметы, и иногда, даже бывает, выпадают легендарные. Ну и последний данж это святилище времен. И этот данж уже очень важный, потому что он позволяет в конце после прохождения делать себе уже э, не просто. Обычные вот такие вот уникальные предметы. Нет, он позволяет уже делать красные, легендарные предметы. И для этого я говорил вам, что у предметов есть такая штука, как легендарный потенциал. Вот этот вот красный-таки легендарный потенциал вы используете для того, чтобы соединить уникальный предмет с фиолетовым. Только с фиолетовым И таким образом вы из фиолетового предмета перенесете его вот эти вот характеристики Аффиксы, которые у вас находятся вот здесь То есть, и вы можете эти как раз таки характеристики перенести на уникальный предмет Сделав тем самым из уникального предмета оранжевого красный а теперь перейдем в сам Данш, разумеется, заходим в святилище. Плюс есть еще небольшой нюанс, то есть здесь она сразу подсвечивается, то есть соответственно, если вы пытаетесь улучшить предмет какого-то уровня. То есть вот до 60... То есть вот на первом данже вы можете улучшить уникальный предмет не выше 50 уровня. На втором уровне данже не выше 65, там дальше 75. И в четвертом не ограничен ранг, так сказать, предмета. Поэтому смотрите внимательно, когда идете улучшать какой-то предмет, посмотрите на требуемый уровень вашего предмета. Если он выше, то ну, вы не сможете. Причем это зависит только от уникального предмета. Неважно, какого уровня будет фиолетовый. Летовый предмет. И в этом данже уже тоже есть э, своя механика. Она добавляет опять же нам клавишу D, которая позволяет нам перемещаться во времени. То есть э, мы благодаря этой клавише открываем проходы, э, в которые, допустим, не могли бы попасть э, в другой временной ветке. Вот, к примеру, вот у нас есть затык, и если мы перейдем в другую ветку, мы увидим, что у нас открылся один проход. И вон там уже как раз-таки выход. Принцип тот же, как и в первом данже, то есть мы просто ищем выход. Причем иногда есть нюанс, что выход из этой локации в следующую находится только в определенном временном промежутке. То есть, соответственно, мы можем выйти только через эпоху разрушений. Во второй локации уже приходится подольше бывает побегать, чтобы найти... В общем, я тут прилично поносился по разным временным веткам этой локации, чтобы найти наконец-таки этот выход. И выходим уже в локацию с боссом. Здесь на самом деле босс еще гораздо проще, чем в предыдущих локациях, потому что мы можем перемещаться по временным веткам. Соответственно, мы просто берем ее херачим, это повелитель времени Джолру. И когда она начинает кастовать какую-нибудь херню, просто переносимся в другую локацию. И все. И ждем, пока она приведет к нам сюда. Вот она вернулась. И таким же образом погибаем нахуй. В общем, да, зафаршмачил я предыдущую попытку и немножко лоханулся, но не страшно. В этот раз мы ее добили. Тоже выпали парочка наград, всякой ерунды, целая гора, но это не важно. Самое главное, что нам здесь нужно... А обратно давай. О. Самое главное, что нам нужно, это как раз-таки вот этот вот, не знаю, тайник вечности, так называемый. Этот вот ящик находится в двух измерениях, как бы в одном, как бы в прошлом мы типа кладем сюда предметы, а в будущем мы их как бы забираем, то есть через клавишу D, когда мы перемещаемся. Так что кладем в этот наш тайник уникальный предмет, при этом в эпическом предмете, как тут написано, должно быть 4 аффикса обязательно, и он уже рандомно какой-то из них перенесет. Поэтому да, конечно, эффективнее всего находить ну, уникальные предметы с легендарным потенциалом равным но шансов этого... Нет. Ну, не знаю, очень мало Может быть, на аукционе можно купить, но я думаю, такие предметы стоят просто бешеных денег Итак, запечатываем наш этот прекрасный тайник И отправляемся уже в будущее И здесь мы забираем ту же самую костяную косу Но при этом мы получили холодный урон в ближнем бою И урон от огня в ближнем бою То есть мы получили два э, этих... Префикса на этом предмете. То есть итого у нас э, получилось, что на этом предмете вместо трех префиксов, которые давал уникальный этот предмет, у нас уже здесь по сути пять. То есть и также зависит от других на других предметах. Если здесь вот огромное количество всяких таких бонусов и у него есть легендарный потенциал у этого предмета, а у него нет. Ну, допустим, у этого меча вот, к примеру, есть легендарный потенциал. То есть я бы мог соединить его с какой-то фиолетовой шмоткой и от нее перенять два каких-то аффикса, то есть две характеристики. Это единственный способ получения легендарных предметов. Я не видел, чтобы предметы падали легендарные. По поводу покупки не знаю, так как я еще не торговал. И я думаю, торговать ну, на этом персонаже буду чуть-чуть попозже. Потому что пока что я качаю здесь Колесо фортуны И вот как раз таки Ну, какой круг фортуны? Круг судьбы В общем, теперь перейдем к фракциям как раз И фракции в игре две Это гильдия торговцев и круг судьбы Ну, я называю это колесо фортуны То есть, э, про... Ну, Гильзу торговцев говорить не будем, потому что это обычный аукцион, я думаю, с ним вы прекрасно разберетесь. А вот с Колесом Фортуны э, есть некоторые условности, потому что не всем всегда понятно, что здесь нужно делать и как это работает. Э, Во-первых, чтобы перейти в Колесо Фортуны, вам нужно сходить в обсерваторию, то есть нажимаете на эту клавишу, то есть открываете Y, нажимаете сходить в обсерваторию, вам на карте откроется обсерватория и отправляетесь в эту самую обсерваторию. И здесь в ней есть один вот такой вот Галила, торговец, у которого можно купить либо предметы за вот эти как раз таки очки фракции, которые вы получаете за убийство мобов. Причем не важно, каких мобов вы убиваете. Это, по сути, просто за количество убитых мобов. И вы можете либо потратить, просто купить вот так вот предмет, Скажем так, характеристики там абсолютно рандомные выпадают, поэтому я бы не советовал заниматься вот этой дресней. А тратил на секторальные линзы, либо на большие линзы. Эти, ну, их по, по, по факту много не нужно. Объясню сейчас, для чего они требуются. Как вы можете ну, понять, когда наводитесь на них, что вы можете получать какие-то бонусные повышенные шансы на выпадение чего-либо а вот куда их вставлять это уже мы сейчас расскажем в следующей комнате у вас уже есть четыре вот таких вот телескопа которые стоят по углам ну вы можете заходить в любой абсолютно и по ним перемещаться вот таким вот образом как ну по сторонам света и э, в них вы смотрите на созвездия и тратите вот это ваше расположение то есть вот эти очки фракции на то чтобы получать задание то есть, по сути, вы, выполняя это задание, будете получать награды, которые тут указаны. То есть, уникальных амулетов, допустим, три штуки, или возвышенных амулетов три штуки. Но у некоторых возникают вопросы о том, где и как выполнять, потому что задание вроде набрали, а где выполнять непонятно. Так вот, здесь в трех кружочках справа написано, первое, это кого нужно убить, второе, где нужно убить, то есть, если у вас э, второй э, кружочек пустой, сейчас вот найдем какой-нибудь, вот, пожалуйста. То убивать можно в любом месте, где бы он ни находился. То есть, вот смерть босса, к примеру, э, за это мы получим два уникальных шлема. И босса мы можем убить в любом месте. Будь то монолит, будь это просто квестовый, ну, даже не квестовый босс, а просто босс локации. То есть, если вы помните, где находятся боссы, когда вы проходили акты, вы можете просто взять это задание и сходить убить какого-нибудь босса на локации. Даже самого первого уровня босса, то есть самых первых боссов. Можете сходить убить и получить э, два уникальных шлема. То есть. Э, прикольно? Прикольно. И таким вот образом вы во второй ячейке, во втором кружочке видите всегда, где нужно его выполнить. Если это в каком-то данже, то там показывается ранг данжа, который нужно, в который нужно пойти, либо это арена. И, как я и сказал, у нас еще есть вот эти линзы. Они вставляются вот сюда. По факту есть линзы, Именно серые, ну или синие назовем, желтые, красные и зеленые. Эти линзы соответствуют определенным сторонам света. Большие же линзы, вот эти вот, можно ставить в абсолютно любой слот, неважно, в какого, какой стороны света вы будете это прикреплять. Ну и на этом все, друзья. Надеюсь, вы досмотрели это видео до конца, и, возможно, оно даже было в какой-то мере для вас полезным. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки и колокольчики, чтобы не пропускать новые видео, также стримы, и играйте только в хорошие игры. Всем удачи, всем пока.